Всем привет, друзья! Это канал Туманов Плей. С вами я, Владимир. Мы играем в Uncharted 2 среди воров. Это глава. Она называется «Они пойдут с нами». Ребята, знаете, почему они пойдут с нами? Да потому что мы встретили Лену. Лена, которая в первой части с нами ходила и билась везде. Вон она стоит. Вот, вот Ленка. И какой-то еще репортер с ней. Друган, видать, ее. Так. Что-то какие-то ребята тут. Мы и так уже четвером против них. А у Лены что, пистолет есть? У Лены есть, а у этого чувака нет. Он просто так... Он будет камерой отбиваться, я понял. Идем, идем. О, нифига, это он подгоняет? Или это Дрейк сказал? Такой чувак, молодец. Идем, идем, давай, быстрее. Вы че, блин? А можно на велике поехать? А сейчас бы сели, все четвером уехали. Чё стопорнули-то, ребят? Чё стоим? Давай, дверь открывай, что ли? Помоги, что ли, хоть? На счёт три. Раз, два, три. Всё. Спасибо. Пожалуйста. А, и как нам перебраться? О, а мы на машине сейчас поплывем. Какая лестница? Где лестница? Покажи. Может, лучше просто переплыть. Течение слишком сильное, не переплыть. Я поплыву. Я могу переплыть, ребят. А, слушай, вот, давай в баллон вот этот стрельнем, может, что машину куда-нибудь отнесет, а? Вот и все, все решаемо. Пацаны, отходите, братва, ребята, девчонки, отходите. Хорошая мысль. Хорошая идея, ну, да? Это полпути туда. Все, делов-то, на тачку сейчас прыг и все. Эй, куда? Всё. Дальше что? А, стоп, еще что? А, вон еще машина же. Ну все понятно, ребята. Пошли еще такую же процедуру сделаем. Все будет хорошо. Только надо найти там, чтобы баллон был. Ну давай, давай, что ты еле-еле плывешь. А, надо забраться, наверное, куда-нибудь и сверху стрельнуть. Стрельнуть, все будет хорошо, бежим, давай. Где там эта тачка? Стоп, а что она? Ну она застряла, и что? Гранат нету. Совет. Может, надо забраться повыше? Ну хороший совет, давай заберемся. Давай, кто-то меня подсадит сейчас. А Хлоя сейчас все сделает. Что, сама или что, или меня возьмешь опять с собой? В смысле? А, нифига, ты мне чуть коробкой на башку не попала. Ты как-то поаккуратней, что ли, бы старалась, я не знаю. А, вот и баллон, прикинь. Все, я понял, надо сейчас баллон туда швырнуть. Ой, ты стой, ты что, куда назад немножечко? Дрейк, ты какой-то вообще резкий просто, блин. А, ну все, сейчас сюда баллон. И с пекаля сейчас. Так, нажмите R2. Все четенько, тачка вон поплыла, видели когда? Вон уже Ленка прыгает там. Все нормально, давай, давай, я с вами, ребята. Только давай побыстрее перебираемся. Потому что совет. Должно сработать. Идем. Здорово, а? Ну, чётенько такие все прям. Меня-то подождите, чё вы вообще убежали? Я, главное, все затеял здесь. Две тачки им подогнал тут. Подождите. Блин, я-то так не умею прыгать, как вы. Ать. Опа. Ну, давай, 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 давай. Я с вами. Нас больше стало как-то повеселее хоть четвером бегать. Так, давай автомат возьмем, а то кто его знает. Блин, как... Вот я прям чуял, а? Что вот эта вот штука вот случится с нами, как обычно. О, развернись. Развернись, я тебе попаду так. Да нафиг ты нужен, а? В укрытие. В укрытие, быстро, все ребята. О, баллон есть, ё-моё. А мне кажется, сейчас нам повезет.
Сейчас я баллон швырну. Да вы что творите-то? Капец, что-то пошло не так, ребятушки. Давай, вот надо сразу, пока они там выходят. Пока они выходят, их можно тут покрошить маленечко. Так, готов. Да хорош, ты что лупишь-то так? Мне бы гранату одну я бы им туда закинул. А это что, вот здесь сидит один, я же знаю. Стоп, так я могу вот здесь пролезть же, ё-моё. Все, сейчас мы с тобой придумаем, братан, как сделать. Погоди, мешается здесь. Башка торчит. И вот здесь еще одна торчит, смотри. А он сидит такой, не вылазит даже никуда. А вот этот полез. И у револьвера патроны закончились, все. Иди ты нафиг. Больно. Больно, ребят, очень было больно, честное слово. Но я сейчас проберусь, он на меня не сможет же развернуться так, по-любому, да? Все четенько, и пулемет теперь будет мой. Забрали пулемет у чувака, все. Садись, ты че? Поехали крошить. Блин, не получилось. Пинка ему под затыльник дал такой. О, нифига, сколько их вас набежало там, ребята. Все получится, смотри, что. А как они даже не заметили, да, что я тут сзади стою, да, с пулеметом? Все четенько, вот этот, конечно, вот крутой. Все, путь свободен. Конечно, свободен, нормально я их тогда покромсал тут. Да, всегда. Сюда, ребята. Не сюда. Наверное, по трубе, потому что что мы просто так, что ли, двери какие-то ищем? Давай, погнали наверх. Мы любим вот так лазить куда-нибудь. Давай, быстрее все залезайте, что стоим? Идем, сюда. Что стоим? Дрейк, если сказал, идем, значит, все. Ух ты, там внизу чуваки, повстанцы. И гранаты нету. А кто по ним стреляет? О, нифига, там военный. Ладно. Поторопись-ка. А чё, я не смог зацепиться, да? Хотя, оно, наверное, и не надо туда цепляться. Давай вниз спускаемся. Главное, чтобы моя братва быстрее за мной шла. Давай не отставай-то. Где вы там все? Мы в безопасности. Я бы так не сказал, чувак. Класс. В гробу я видал такую безопасность. Так, что там дальше-то, куда? Тут заперто, здесь какие-то стоят печи старые, ржавые. Так. Ну вон, ворота же, что... Мы сейчас в главный ход зайдем просто и все. Че делов-то там, нафиг нам по бокам-то ходить куда-то. Что скажешь, а? Мы у самого порога. Так значит, мы оказались здесь совсем не случайно? Да, не совсем. Вот эгоист. Окей, так что именно вы тут ищете? Видишь символ там? Это Чинтамани, детка. Ладно, все, не рассказывай, Дрейк, ты чё, блин? Огромный сапфир, и он бесценен. Ленка, конечно, хорошая девчонка, но все, не надо. Вы пытаетесь стянуть мифический сапфир из-под носа военного преступника. Она хочет сказать, что это ужасно глупо. А я и не понял, Джефф. И вроде бы камень здесь. Но нет, сам камень не здесь. Эй, посмотри. Нет? Нет, он в Шамбале. Шамбала? Нейт. Которая Шангрила. Можно на пару слов? Милый. Ребята, нам надо идти, вы что-то долго базарите, хотя, если может честно. Быть, лучше нам продолжить эту беседу внутри. Вот именно, давай заходим. Забыли, как с вертолетом сражались, что ли, а? Порядок, здесь они нас не найдут. Тут что-то не так, Нейт. Лазаревичу не деньги нужны, их у него хватает. Дело в другом. Пошли. У нас нет времени. Вы ждите здесь. Все, она меня пытается от Ленки утащить куда-то. Мы вернемся к вам.
Все, сидите, ждите. Ну, как обычно. В монастыре, а мы пошли. Ну, так уже больше, похоже. Тайна города. Все, ребят, спасибо за просмотр всем. Поставьте лайк, увидимся в следующем видео. Всем пока, удачи.